чему? Зачем тревожить души? Смотри-ка, целая толпа опять пришла его послушать. Он не в себе. Что он несет? Словами будоражит сердце. Пусть он уйдет. Вон мать зовет. Куда ей от такого деться? Наверное, стыдно всей семье. Угомоните это чудо. Взрывает мысли в голове. Где он слова берет? Откуда? Не обошлось тут без греха. Нечистый сам его попутал. Не местный он. Издалека. Пусть и идет себе отсюда. Какой-то плотник вот дает. Из Назарета рассмешили. Он не в себе. Вон мать зовет. Весь двор за домом всполошили. Его речей нам не вместить. Безумцы мы уже привычны. Таких камнями надо бить, чтоб не болтал пустые притчи. Что, чем он влечет народ к себе? И что, магнитом к нему тянет? Взрывает мысли в голове. Все учит, учит, обличает. Они привыкли без него искать его, ему молиться. А слушать правду нелегко. И спящим трудно пробудиться. Да, он не шел на компромисс и резал словом по-живому. Взирая в небо, падал ниц в объятиях к Отцу Святому. Не от себя он говорил, и потому ломал устои, срывая маски, ноги мыл, меняя ценности и роли. Он совершил переворот, и, проникая прямо в мысли, он нарушал событий ход и весь уклад привычной жизни. Он вызывал восторг и гнев, а я слова его вмещаю. Он краткий агнец, сильный лев, он не в себе, как я считаю. Смогла бы я тогда понять, и в притче плотника вникая, его кем стало почитать, в толпе смущенной пребывая. Молюсь, Господь, молюсь сильней. Твои слова, они как пламя, пекут и жгут сердца людей, их расплавляя и меняя. Ведь по сей день звучит вопрос, когда по сердцу правда рубит. Он не в себе? Это всерьез? Так он прощает или судит? Но знаю, что, познав Христа, с Иисусом в личном диалоге нам станет ясно, что всегда он не в себе был, он был в Боге.